Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и сразу вас с наступающим 2022-м, елки-палки, уже годом. Я тут просто пока не начал всю основную, скажем так, программу. Да, кстати, момент, я записываю это на петличку, поэтому, по идее, звук должен быть получше, потому что меня уже тоже несколько раз писали, и я что-то сам в последнее время стал замечать, что звук реально, он, с одной стороны, такой четко слышный, с другой очень звонкий. Мне всегда в петличке казалось, что глухо. Короче, послушайте, скажите, как, чего вам и так далее. А вот, я просто сейчас залез там, почитал комментарии, мы там к старым роликам некоторые написали, и к старым, и к новым, и так далее. И кто-то мне там написал, что типа вот в 2016 году ты проходил Никита Таемниц из Карбопиратов, бла-бла-бла. И такой типа я, блин, елки-палки, действительно, а ведь 16-й год, то есть это уже 5 лет, канал очень долго на самом деле существует, не имея с этого никакого профита. Вот, но это, наверное, в принципе, поскольку это всегда было как хобби, то есть это не то, что... Ну, я уже 100 раз говорил, что мне бы хотелось бы с этого деньги получать, но тем не менее. Просто из серии, а уже 22-й год, то есть уже сейчас вот поздравление, да, с 22-м годом, это что-то с чем-то. На заднем плане, скорее всего, будет The Long Dark. Я постараюсь все это совместить, сделать и так далее, потому что... Рассказываю последние новости. Значит, у меня был, приходил ко мне компьютерный мастер, продул мне видеокарту. Мы сняли, посмотрели, что с ней все замечательно, пасту там менять не надо, она прям отличная. Ну, у меня GTX 770, она прям очень хорошо сделана и так далее. А вот, сняли процессор, его как раз там пришлось и почистить, во-первых, хорошо, и потому что я пылесосом там чистил, но куда доставал, а там надо еще кисточкой, по большому счету, чтобы вычищать там всякие вот эти вот между пропеллеров, то, что забивается. На процессоре я имею в виду кулер, естественно, сам, не сам процессор. Вот, и наконец-то мне поменяли термопасту, потому что ее не меняли, по-моему, на этом компьютере вообще никогда. Вот, мы там еле ее оттерли из процессора и из кулера, вот. Там сразу же на 10 градусов упала температура, в биосе смотрели, в общем, прям все как полагается. Но не ушла проблема, которая у меня была, ну, правда, я не пробовал играть сейчас пока еще в Alan Wake, вот, сейчас я расскажу, я тут поиграл кое-во что, то есть тот же The Long Dark немножко побегал, посмотрел. Самого Alan Wake запускал, он все равно как-то очень странно работает, но, возможно, это такой виноват сам Alan Wake, не знаю, вот. Но, по крайней мере, он не крашился, не вылетал те, там, сколько-то минут, которые я играл. Я так понял, что дело конкретно с Alan Wake, возможно, было в том, что процессор начинал работать, что-то немножечко делал, доходил до какого-то порога, его просто врубало и выкидывало нахер. То есть, либо из игры, либо сразу с синим экраном, чтобы он даже не успевал нагреться до этих вот кошмарных температур, просто потому что там уже термопасты нет никакой. Вот. Но осталась еще проблема, я думаю, ну, надо тогда попробовать смонтировать то, что у меня уже есть в серии, записать тогда все-таки новых, я уже такой преисполнился, обрадовался и так далее. Полез в видеоредактор, но видеоредактор у меня все равно вылетает синим экраном. То есть именно при редактуре, я уже и программу переустановил и прочее, возможно, попробую еще раз переставить. И причем в рандомных местах. Сначала он постоянно, когда ты сохраняешься, то есть сохраняешь прогресс, он такой вылетал там раз-два. Да, это такой очень странный новогодний ролик, но тем не менее. Вот. Я попробовал, думаю, хорошо, буду меньше сохраняться. Он такой сказал, ага, конечно, да-да-да, ты что, наебать меня, что ли, решил? И все равно вылетал какие-то рандомные моменты. Причем, говорю, вылетает не сама программа, это еще как бы лада туда-сюда, а вылетает комп с синим экраном. То есть там бац, и синий экран. И вот это вот самое, конечно, хреновое. Поэтому как буду монтировать там то, что у меня сейчас уже есть, и это, я пока не знаю, как я вот это вот буду монтировать, но надеюсь, перед Новым годом все-таки ролик выложите, чтобы все получилось и так далее. Это то, что из того, что у меня сейчас вообще творится. Ориентировочно, наверное, где-то числа 6-го там где-нибудь, я, кстати, работаю на этих выходных, поэтому, ну, на этих, на праздники в смысле, то есть у меня там 3 дня всего будет, уже 3-го я уже работаю. Вот, но это и хорошо, учитывая, что заплатят вдвойне за эти дни, наверное, мне деньги нужны на комп, так что все как это. Да, кстати говоря, кто, как говорится, не помнит, можете пройти на Boosty, подписаться, и там каждый месяц по чуть-чуть с вас будет капать мне, вот, либо просто задонатить, там есть... Плашка на новый компьютер, я туда подвесил, там висит страшная сумма, но тем не менее. Вот, мы сейчас до этого тоже доберемся. Вот, это по поводу того, что было прям плохое, и пока что я не знаю как чего, и куда, и что. В общем, короче, ориентировочно числа 6-го ко мне придет мастер, чтобы перекинуть весь мой компьютер в новый блок системный, потому что, ну, в корпус, короче говоря, потому что здесь корпус вообще для этого не предназначен, тут все одно на другое, и еще из-за этого может температура плохо, ну и вообще просто свинство. Плюс там эти USB-разъемы у меня уже разболтались и так далее, надо уже новый корпус. Плюс корпус — это то, что я могу себе сейчас позволить. И заодно сделает мне всю системную диагностику и
Надеюсь, у нас получится это устранить, чтобы синим экраном больше ничего не вылетало. Соответственно, если 6 числа это все получится, вот, то и вообще с редактурой наладится и так далее, то возобновится прохождение. Ну, конечно, все станет на те рельсы, которые я и планировал. Опять же, Alan Wake, у меня там их 4 серии на Ютубе залито. Одна там уже даже выйти тогда успела. Вот я сейчас пятую еще, я умудрился все-таки срендерить и залить на Ютуб еще пятую. У меня там осталось, сейчас вам скажу. Сейчас. Alan Wake, у меня записано 7 в целом серий. Вот, восьмую начал писать, все начал там вылетать кошмарно и так далее. То есть еще 2, вот если я смонтирую и выложу, то уже будет там на недельку что-то еще. Вот, потом, как раз как я выяснил, что компьютер с игрой все-таки, ну, хотя бы с какими-то более-менее нормально работает, ничего не вылетает, не крашится и так далее. Буквально вчера ко мне приходила Маргарита, вот, давно ее не было и так далее. Мы наконец-то мы дозаписали Гарри Поттер и Орден Феникса игру. То есть это игру, которую мы начали писать еще осенью 2020 года. То есть больше года мы ее писали, ну, потому что у нее было много дел, и она не могла прийти просто ко мне записывать. То есть мы так вот виделись, мы где-то виделись на каких-то общих там встречах, я к ней периодически ездил, когда что-то было нужно. Ну, естественно, так поддерживали, это, как называется, ну, общались, короче говоря, там переписывались, созванивались и так далее. Но она ко мне приехать, и даже как-то, по-моему, пару раз она приезжала, но просто вот из серии что-то такое по мелочам. А вот сесть и записывать у нас времени не было. Вот мы сейчас приехали, весь день мы, считай, там где-то часов в 3, допустим, мы почти до 10 сидели, но мы его дописали наконец-то, Гарри Поттера. Вот. Это, получается, там осталось еще 3 игры всего-то, какая мелочь. Как раз к выходу Хогвартс Легаси, возможно, мы его и допишем. Вот, поэтому еще будет и Гарри Поттер. Ну, естественно, если я тоже его смонтирую и так далее. Так, сейчас момент. Прервался, но как обычно, когда звонит мама, надо прерываться. Надо отвечать. Я забыл, про что я говорил, но не суть. В общем, к тому, что придет ко мне мастер, сделают мне там диагностику, бла-бла-бла, все вернется и так далее. Вот Гарри Поттер, говорю, мы с вами записали. Вот, мы, точнее, с Маргаритой записали, а вы потом посмотрите. Вот, это не значит совершенно то, что типа, ну тогда похуй, тогда новый компьютер мы не купим. Нет. А раз такие пошли уже сигналы, то есть, опять же, рассказываю свой такой план, как у меня я собираюсь сделать. Я все равно хочу покупать новый компьютер, все равно буду на него собирать. И все равно, опять же, любая абсолютно поддержка, какая от вас, на какую вы способны, она очень сильно поможет. Я подвешу отдельный еще, наверное, прямо в этом ролике я просто подвешу скриншот, который, ну, по сборке у меня, который мы, говорю, с толковым товарищем, скажем так, разбирались, обсуждали и так далее, что мне нужно и к чему в результате пришли. Если из вас вдруг кто-то захочет, не знаю, там, задарить что-то из этого отдельное, у меня, кстати, допустим, 2 февраля день рождения будет, поэтому я ни на что не намекаю, пацаны, ну просто, ну опять же, вот, то можете это сделать. Нет, говорю, опять же, всегда говорил, что если вы не можете, ну нет у вас средств, вы не, я сам, вот у меня нет средств, да, такой я могу там, на Boosty, кстати, подписался на нескольких чуваков, вот, завтра подпишусь еще на одного, чтобы просто у меня все трое в один день деньги за всех троих снимались, вот, и там суммы небольшие, реально там, грубо говоря, по 100 рублей в месяц, а когда, грубо говоря, если каждый по 100 рублей в месяц будет скидывать, то я, говорю, грубо говоря, жить с этого смогу. Вот, так вот, а последующие планы какие, в принципе? За следующий год, я себе так примерно, хотя бы за год, собрать себе компьютер. Возможно, получится написать в NVIDIA, чтобы они мне продали за, как называется, рекомендованную цену, вот какая у них заводская, грубо говоря. Ну, короче, сколько там, за 40 с чем-то там, где 30-60 стоит. Вот, сейчас к этому моменту уже должна была появиться плашка с тем, что я хочу купить. Как мне сказали, иногда это прокатывало. То есть они реально типа шли навстречу и позволяли купить прямо непосредственно у них, соответственно, без наценки магазинов и прочей херни. Если это получится, ну здорово. Плюс у меня есть пара конкурсов, вдруг я где-то выиграю, мало ли, тогда сразу проблема упадет. Но я не рассчитываю на какие-то выигрыши, я рассчитываю на то, что покупать придется все самому. Если вдруг это случится, здорово, но нет, я и рассчитываю на то, что покупать буду все сам. Вот. Это первое, то, что касается всяких там этих вещей и прочего. То есть вот список есть, если кто захочет и так далее. Я рассчитываю, что за этот год, говорю, компьютер все-таки я соберу. И он будет для записи вообще всяких уже там требовательных игр. Ну, условно, там какой-нибудь, не знаю, Dishonored 2, допустим, если захочешь записать, Prey. Ну, тоже GTA-шку на самых там каких-то максимальных умных и так далее штуках. Ну, короче, вы поняли, все то, что вот у меня по каким-то причинам так, может быть, здорово не шло. Control какой-нибудь, Quantum Break, вот это вот, да, то есть
Alan Wake, а потом Brass, и Quantum Break сделать, и Control. Вот, почему бы и нет. В общем, все, что там, Doom Eternal, ну, в общем, вы поняли, ладно, что я расписываю, ассасинов всех новых и так далее. Вот. А, старый компьютер, который у меня сейчас, на котором этот, поскольку там будет все в новом корпусе, я туда сделаю, сейчас везде там все почистят, сделают в нем и так далее, его наладят, оставить для прохождения старых игр. Потому что приходивший, собственно, дядечка, специалист, он подтвердил мою догадку о том, что если этот компьютер, его же собирали, чтобы игры на нем тестить, вот, соответственно, его, то есть старые многие игры, это главное даже не то, что железо уже сейчас, потому что железо уже в 10 раз мощнее того, для которого эти игры создавались, а программная настройка. Потому что он говорит, когда, он сам говорит, вот мне когда хочется поиграть во что-то старое, да, мне приходится натурально с бубном танцевать, чтобы некоторые игры заработали. Вот, я говорю, вот, а у меня дело в том, что очень многие старые игры, про которые я читаю в интернете, типа, какие они сложные, как с ними тяжко и прочее, я их просто устанавливаю, они работают, и все, вообще, то есть мне ничего делать не надо. Это значит, что в этом компьютере очень хороша именно программная настройка. Ну, поэтому мне бы не хотелось сильно там что-то менять. Вот. Но опять, и еще такой важный момент, то есть я его хочу оставить для записи, сейчас, чтобы в смысле не сбиться, я его хочу оставить именно для записи старых вот игр, потому что даже когда я соберу новый компьютер, и я смогу играть, ну, условно, выходящий там Assassin's Creed и, как он там, Identity, идентификация, ну, короче, вот этот вот новый, который там у них сервисный будет, да, это я условно говорю сейчас, потому что я не буду играть сам последний Assassin, не пройдя всех предыдущих. Ну, условно, что я смогу, ладно, в Вальгалу я смогу, допустим, поиграть, да? Наконец-то она может выйдет в Стиме, потому что я не... хотелось бы все-таки, чтобы в Стиме это все было. Вот. Это не значит, что я не буду играть в старые, совершенно старые игры, типа какого-нибудь, как у меня вот там сейчас Will Rock стоит на этом, Turok'а я хотел пройти, тем более Turok, опять же, в Стиме есть и так далее, у меня куплен давно. Вот, то есть старые игры все равно будут, они все равно будут на канале проходиться. И вот как раз этот компьютер, оставить его для старых игр. Я, правда, хер знает, куда я его буду ставить, потому что я, если замахнулся глобально, ну, из серии, если уж делать, так делать как следует. То есть убрать этот стол, который у меня стоит, он неудобный, он вообще неудобный абсолютно. Поставить себе, купить себе хороший в Икее, там есть всякие компьютерные столы, там, не знаю, те же, ну, десятку, дай бог, они стоят, да, там с чем-нибудь. Хорошо, хер с ним, 15, может быть. А этот монитор... То есть то, что цена там указана, вот, кстати, я на Boosty, которую цену хочу набрать, это с учетом даже монитора уже. То есть, в принципе, сумма, которая мне нужна вообще на все. То есть, вот компьютер собрал, и уже играть в него можно будет. Вот. То есть, чтобы монитор новый тоже, ну, потому что у меня не монитор, у меня телевизор. И, соответственно, вот здесь у меня будет все это стоять. Куда я дену при этом старый компьютер? Может, в другой комнате его оставить или что? Ну, допустим, у меня сейчас там подруга в другой комнате живет, потому что человеку надо пожить. Ну, вот это, знаете, когда друга пускаете к себе пожить на какое-то время. И тогда сразу как бы вопрос, а, блин, а где мне второй компьютер ставить? У меня нет этого места. Потому что мне бы, как вот идеально в моих планах, в моих мечтах, у нас Новый год, почему бы нам не мне не поделиться своими мечтами и планами? У меня как? Я сажусь и пишу, допустим, условный Assassin's Creed Origins. Знаете, Origins. Я вот Origins из всех новых хочу поиграть больше всего, потому что я очень люблю Египет. И древнеегипетскую тематику, и вот это все. То есть я сажусь, записываю, допустим, 5 серий Assassin's Creed Origins, монтирую их и ставлю на рендер. И пока они рендерятся, на 3060 и 7-м, этом, как его называемое, с 12 ядрами процессоре, они будут рендериться наверняка гораздо быстрее, но тем не менее. А пока они рендерятся, я сажусь за второй комп и пишу там, допустим, еще какую-нибудь старую игру. Это тогда позволит сразу вот выйти на... большую производительность роликов и так далее. То есть время не будет тратиться. То есть у меня время еще как бы есть днем, допустим, там, или в тот день, который я записываю, но я в основном трачу, ну, посижу, повтыкаю в YouTube, потому что теперь у меня ролики рендерятся, я больше ничего делать не могу. Вот. По планам это будет так. Как оно будет на самом деле, хер его знает. Но новый компьютер в любом случае нужен. Потому что во многие новые игрушки уже, те, которые этот не вытягивают, хочется поиграть, да и хочется уже собрать, знаете, что-то свое. Вот. Что не отменяет того, что если вы что-то чем-то поможете, это будет здорово, но в результате все равно. Вот. Еще такой момент, мне уже даже на почту тут прислали. Я пока что еще... Только я захотел этим воспользоваться, и у меня вот начались эти проблемы с компьютером. Контора, которая занимается продвижением видео. Точнее, даже каналов. То есть там прям написано, у нас настоящие, живые подписчики, то есть все дела. Ну, вот это вот. То есть не накрутка вроде как именно, а вроде как именно продвижение. Ну, короче, в рекламу. Вкладываешься, тебе везде, типа, про тебя говорят, и народ туда приходит. У них прям разные паки, поскольку, там, не знаю, типа, 3000 рублей какой-то пробный, ты берешь, и тебе приходит вот столько-то людей, столько-то подписчиков, столько-то просмотров и так далее.
А, и вплоть до какого-то там мега-мега, ты чуть ли не какой-то миллион, что ли, платишь, или что-то такое, но у тебя канал там сразу миллионник тоже становится. Но это, опять же, чисто из того, что вот я увидел, ни копейки туда еще не вкладывал и так далее. Почему, в принципе, не попробовать у них-то рекламу тоже заказать? Вот, вот чисто сначала для пробы на самый базовый, на самый простой, который вот, посмотреть, как оно будет отклик. Если будет, то можно еще немножко. Вот. Пока, допустим, это, кстати, можно потестить на киношном канале, там тоже будет сразу видно. Вот, да, и, кстати, это выложу, наверное, оба канала, поэтому вот. Поэтому, наверное, в принципе, все, такие планы. Естественно, у меня их там есть из моих... А, да, еще вот такой важный момент про старый компьютер, который сказал, что все-таки материнка у него реально старенькая, но у него очень хорошая видюха и очень хороший проц. То есть, этот тот же мастер приходил, посмотрел, сказал, что прям вот, прям, муа. И они до сих пор в очень хорошем состоянии. Ну, а что, я с ним, не обращ... с ним ничего такого не делал, он стоит себе и стоит. Вот, соответственно, все вот это, если мало ли вдруг с материнкой что-то случится, купить все-таки материнку для этого компа гораздо дешевле. Я ее докуплю и поменяю, и тогда будет вообще, ну это я имею в виду там, когда в процессе уже. Но все равно новый компьютер на 3060 с i7 12-ядерным я хочу. Вот, я хочу себе новый компьютер, все. Опять же, говорится, ты знаешь, все в твоих руках, ну вы поняли. Поэтому, типа, почему бы не постараться и почему бы, собственно, этого не сделать. Вот, а вы можете вносить любую посильную помощь, можете быть сторонним наблюдателем, это все зависит чисто от вас. Итого, если сейчас разберемся, точнее, когда, я думаю, это все равно получится сделать и так далее, причем по деньгам этот дядька, я его потом везде на страничках у себя напишу, когда мы закончим, он именно мастер в Измайлово, то есть я живу в Измайлово в Москве, он именно мастер по Измайлово. По первым впечатлениям, дядька исключительно толковый. Если он сейчас еще и вот это мне сможет забороть, и это все пропадет, то есть он реально это заборет, он найдет, в чем дело. Вообще, как говорится, честь ему и хвала, я в любом случае напишу везде в соцсетях, может, даже ролик сниму, не знаю. Ну, ролик снимать, что-то про что снимать, но в соцсетях посты я сделаю везде, что вот была такая проблема, обратился, человек мне все сделал толково, грамотно и так далее. Вот. Поэтому, скорее всего, в январе все-таки все не так плохо, наверное, несмотря на то, что год вот такой весь сумбурный, непонятный, и в январе все-таки прохождение, наверное, вернутся, ну, в крайнем случае, в феврале. Вот, но вы можете все абсолютно вещи ускорить, сделать и так далее. В общем, все как всегда. Если что, зашлите денег, не прогадаете. А вот, лишними они точно никогда не будут. Ну и начинаем, собственно, вот, копить на новый компьютер. Конкретно просто про меня... Про то, что было за этот год. Что-то у меня уже поэтому по времени. О, 10 минут, нормально. Можно еще говорить. Там минут 5 было. А, конкретно про меня. Год, конечно, очень сумбурный, странный. У многих людей, ну, типа, ну как, у моих знакомых, у моих близких. Что-то было хорошо, что-то было не очень. Но, тем не менее, наверное, все, что не делается, все к лучшему. То есть, все живы-здоровы там и так далее. Вот. Все, что произошло, будем считать, произошло для того, чтобы... Смотри выше, все, что происходит, все к лучшему. Вот. Естественно, это не то, о чем стоит распространяться, это просто какие-то мысли вслух. Вот. И сказать, что год был плохим, я, наверное, не могу. Хотя, конечно, у меня нет ни новогоднего настроения, у меня не украшена квартира, нихуя ни елки, ни гирлянд, у меня в этом году вообще ничего нет, мне как-то на это насрать и не очень хочется. Вот. Но я учусь сейчас больше в позитив, в том плане, даже не в позитив, больше в... Я же люблю объективно вот это, знаете, подходить к вещам как-то вот объективно, смотреть логические цепочки, вот это все, кто меня смотрит, тот знает, да? И поэтому, даже когда меня начинает шарашить какие-то там, какая-то херня, я говорю, ну смотри, давай вот логические цепочки просто сцепим, да, и подумаем, а вот полтора года назад, ну там плюс-минус, да, полтора года назад, если бы кто тебе сказал, что ты вот так вот будешь работать, ты вот там будешь уже, ну, нормально, вот сейчас реально... Не сказать, что много, но нормально, нормально зарабатывать, чтобы ты реально мог, чтобы я увидел сумму в 250 тысяч, да, и я понял, что это не какая-то такая сумма, которую я буду до второго пришествия собирать. Я увидел, что видеокарта стоит в районе 80, я такой, блин, я могу это собрать, в принципе, да, да, да. Ну, мне придется ужаться, мне придется откладывать деньги, мне там... Придется меньше жрать какой-нибудь херни, представьте себе, да, но я, типа, да, могу, это не сразу, но могу, правда, эй, это очень крутые ощущения на самом деле.
И кто бы мне сказал вот полтора года назад, что еще так смогу, что я могу себе там, не знаю, смогу себе кресло нормальное купить, что я там еще там подарки. Вот я в какой-то веке смог купить подарки вот, например, матери, вот там тоже друзьям, там еще кому-то, то есть, вот, какие-то подарки, которые у кого точно знал, я смог купить. И причем это не будет для меня таким, что, знаешь, если я вот там купил какую-то штуку за сколько-то тысяч, такой, все, у меня бюджета нет, там что-то еще. Ну, в общем, вы поняли, сейчас идет больше такой, вам это нахер не должно быть неинтересно, но, уж говорится, делиться так делиться. Вот. Поэтому объективно, вот именно объективно, рассматривая со всех точек зрения, со всякой логикой и прочим, этот год был хороший. Вот реально был хороший. У меня многие вещи наладились, устаканились, и в том числе я могу... Не знаю, что будет в 2022-м, посмотрим. Всякое в любой момент может случиться, но... Я думаю, надо как-то немножечко про именно какие-то позитивные штуки думать, что ли. То есть, опять же, не ударяться в то, что в любой момент нет, у меня все хорошо на самом деле, но почему нет? То есть я... У меня налаживаются определенные штуки. Есть другие штуки, которые мне бы очень хотелось, чтобы они тоже наладились, но не все же сразу на елки-палки. Как минимум, думаю, компьютер сделает меня сильно-сильно счастливее. Как уже тоже та же Маргарита замечала, по-моему, в комментарии где-то под одним из прошлогодних поздравлений, может даже, нет, под позапрошлогодним, по-моему, что типа, как человеку надо мало, вот друзья и хороший компьютер. Вот да, вот мне вот реально, мне в основном так сильно-то больше не нужно ничего. Вот, поэтому... Всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто подписывался, комментарии ставил и так далее. Спасибо всем, кто просто был в моей жизни, присутствовал, помогал, делился теплом и так далее. То есть это еще не столько даже про уже каналы, а вообще в целом про мою жизнь. Вот. Без многих из вас, без многих людей, без многих друзей я бы не вывез, наверное. И не дошел бы до той точки, где я нахожусь сейчас, и стал бы, ну, скажем, ладно, давай так скажу, более адекватным, наверное. То есть реально сейчас многие вещи, которые раньше меня вгоняли просто в жесточайшее уныние и тоску, сейчас меня просто такие... Как же заебало. Но это все. То есть не так, что я сижу и там делать, допустим, ничего не могу. Вот. Поэтому вот, вот так. Я открыт Mail.ru, сейчас письмо отвечал. И сбоку реклама выскакивает. Аутизм это? Все ответы на таком-то сайте. Перейти. Аутизм это. Как же вовремя мне эта реклама выскочила. Можно ли дать ему... Ай, господи, дайте мы не будем, наверное, смотреть. Какой пиздец. Вот. Дайте лучше на Мамонтов посмотрю. На рабочем столе Far Cry Primal. Вот. Вот такие вот дела. Вот такие вот... События, говорю, в моей жизни все происходят. Я надеюсь, что у вас Новый год тоже был в достаточной мере продуктивным, хорошим, не знаю, там, полезным и так далее. Ну и самое главное, блин, я даже не знаю, что сказать. Что вам пожелать? Вам в первую очередь, разумеется, со всей этой пандемией и прочей здоровья. Самое главное вам здоровье. А во-вторых... Того, что вам больше всего нужно, того, что вам сделает, того, что вас и ваших близких сделает счастливыми, вот чтобы оно как-то случилось. И под окнами, чтобы не ездили всякие машины с пердящими этими штуками. И не отвлекали вас от мыслей. Вот так вот. В общем, всего-всего вам самого доброго, самого хорошего. Говорю, несмотря на то, что у меня какая-то такая определенная грустняшка и вообще ни новогоднего настроения, ничего нет. Жуткой предновогодней какой-то депрессухи, как у меня пару раз бывало в предыдущие годы, нету тоже, что уже своего рода достижение, это хорошо, это неплохо, вот. Поэтому вот так. Всех люблю, всем пока, подписывайтесь, вступайте, ну и свидимся. Новый год, он еще это, только-только начнется, 22-й, надеюсь, будет годом интересным, произойдет всякого дохера, вот так. Ну а за всем все, всем всего доброго, играйте, смотрите, читайте, и всем пока!